Обоюдные атаки барнаульской команды «Университет» и екатеринбургского клуба «Локомотив Изумруд» настолько жесткие, что хоть стой, хоть падай. Два сильнейших соперника в восточной сетке высшей лиги А сошлись в этом сезоне уже в четвертый раз. Два матча сыграли в Кубке страны и два в регулярном чемпионате. В первой игре «Фортуна» улыбнулась студентам, они в желтом. 3-1. Как вам вчерашняя игра? Ой, вчера, я поэтому говорю спасибо «Университету» за красивую победу. А такая, я не мог их долго, получил адреналина столько, что это же все на эмоциях. Игра-то на самом деле хорошая была. Вторая игра начиналась по привычному сценарию. Гости убегают, хозяева догоняют. Развязка наступила в пятой, решающей партии. «Локомотив Изумруд» оказался не по зубам лидером чемпионата. 2-3. Были моменты, когда, да, мы не могли сняться по несколько мячей подряд. На этом вставали, особенно во второй и в четвертой партии, получается. Вот. Хорошо, что мы начали пятую партию как бы с плюса сразу. То есть пошла подача, сыграли блоком. Вот, то есть сделали задел, и это дало как бы уже какое-то, наверное, чуть-чуть спокойствие. Не исключено, что сказались и изменения в составе. Доигровщик Всеволод Балашов в конце субботней игры получил травму голеностопа. На разминке в воскресенье уже стало понятно, что лучший выход – заменить его на Георгия Андреева. Однако тренер считает, что проблема была не в этом. У нас, в общем, не полетела подача сегодня. Самое главное, мы не могли сопернику навязать игру свою. Вот. И соперник, естественно, вольготно себя чувствовал. Вот они, кстати, сегодня очень хорошо подавали. Они фактически без ошибок, если вы заметили, вообще не ошибались. Однако результаты первого круга впечатляют. 10 побед за 12 игр и первое место в сетке. Тренер отметил организованность команды. Правда, объяснить тактику, которую они придерживались, спортсменам не удалось. Ты задаешь такие вопросы. Ну, аналитические. Я здесь буду объяснять, какие эти. Давай почетче. Второй круг для университета начнется вновь с домашней серии. На этот раз в гости приедет еще один представитель Урала – челябинская «Динамо». На паркете команды сойдутся 9 и 10 декабря. Если студенты и дальше продолжат победное шествие, это будет самый удачный сезон команды за последние годы. Даниил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.